На одном из рынков Новосибирска выходцы из Кыргызстана схлестнулись с местными жителями. В ход пошло даже огнестрельное оружие. Десятки задержанных с обеих сторон. Помогать, деньги грабить. Они, видишь, пытались постоянно, нервы не выдержали, собрались и как камнем закидали. Несмотря на распоряжение государственного регулятора, частные банки Казахстана продолжают выселять малоимущих неплательщиков по кредитам. История семьи из 10 человек, которой временно удалось отстоять свой дом. Потом начался кризис, проблемы в семье, а у нас в залоге дом. Мы куда сейчас с маленькими детьми? Не знаю. В Таджикистане судят милиционеров за применение пыток во время допросов. Десятки эпизодов и свидетельств представлены суду. Адвокаты подозреваемых полагают, что доказать ничего не удастся. В ту ночь, когда нас задержали, меня пытали электрическим током и били. Я сказала, что ничего не знаю. Старший сказал сотрудникам, чтобы они мною воспользовались. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Массовая драка с участием кыргызстанцев произошла на рынке в Новосибирске. Участники конфликта использовали травматическое оружие. Полиция задержала 50 человек. Пока власти расследуют дело, торговцы Хилокского рынка, близ которого случился инцидент, говорят, что они уже несколько лет жалуются на криминальную группировку своего бывшего соотечественника. Он, по их словам, вымогает с торговцев деньги. Джибек Бегалиева расскажет подробности. Другую, также почти дотла сгоревшую машину, уже эвакуировали. Неподалеку стоит еще один автомобиль. Стекла, фары разбиты вдребезги. О том, что происходило здесь еще вчера, можно догадаться по раскиданным повсюду гильзам. Накануне на окраине Новосибирска развернулись чуть ли не военные действия. Что за люди на кадрах, доподлинно неизвестно. Сами они в масках, целятся из оружия в тех, кто ведет съемку. За кадром слышны крики. Предположительно, это торговцы местного Хилокского рынка. И, судя по звукам, их там не одна сотня. Слышна речь на узбекском и на кыргызском языках. Позже местные власти подтвердят. Близ Хилокского рынка в Новосибирске действительно произошла массовая драка с участием представителей кыргызской диаспоры. Ее участники подожгли несколько автомобилей. В итоге полиция задержала 50 человек. Вчера около 15:00 на улице Малогина между двумя группами граждан произошла конфликтная ситуация. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Кыргызстанцы, которые много лет живут в Новосибирске, рассказывают, что это необычная бытовая драка. У работников Хилокского рынка, по их словам, вымогают деньги местные криминальные группировки. На одном из самых больших рынков города работают в основном выходцы из Центральной Азии. Торгуют там фруктами, овощами прямо с колес. Доводил, да, нервы не выдержали, или собрались, и камнем закидали. А что этот парень хотел от ваших сограждан? Ну, тут денег, как обычно бандиты, что, помогают деньги грабить. Они, видишь, пытались постоянно грабили в масках. А вот тот день просто не выдержали, их вызвали на тет-а-тет. Приехали они с группировкой, а тут собрались торговцы. Стычка между ними. Травматика пару человек нашим гражданам попала. Сразу после конфликта местные торговцы опубликовали в соцсетях видео. Они говорят о том, что уже несколько лет жалуются в милицию на вымогателей. Вот этот товарищ отпускает преступника. Как не орать? Что мы, мясо робкое, что ли? Нас должны они убивать, что ли? Мы 5 месяцев заявление написали. Год назад заявление пишем. Автор видео даже называет предполагаемых вымогателей. Группировка некоего Тамерлана, по его словам, пытается контролировать торговлю на Хилокском рынке. Уважаемые новосибирские горожане, что происходит здесь? Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит, грабит. Наконец-то уже люди лопнули. После последнего грабежа, издевательства, люди пришли. Заявление написали полицию. Еще 4 дня не прошло, а Тамерлан приходит на автостоянке на Малигину. И 15 автоматчиков стреляет работящих, которые работают в фуре. А они вместо того, чтобы приехать через час задержать преступников, они дают уйти этих вооруженных преступников, банды группировки Тамерлана. Российские издания, между тем, выдвигают другие версии. По их данным, причиной конфликта могла быть обычная ссора из-за арендной платы. В свою очередь, азиатские торговцы рынка уверяют, что все намного сложнее. На протяжении нескольких лет людей стреляют, убивают, машины отбирают. Вот эта группировка Тамерлан. Нету никакого действия, СОС. Всего из-за драки с перестрелкой от резиновых пуль пострадали 5 человек. У одного из них подозревают сотрясение мозга, у другого травмирован глаз. Имена и фамилии их пока не сообщаются. Джибек Бегалиева, Самат Алжбаев, «Настоящее время Азия». В Андижанской области Узбекистана очередной преподаватель средней школы поднял руку на ученика, видео плачущего школьника, который жалуется на своего учителя, активно обсуждают в Узбекистане.
узбекистанском сегменте соцсети. Редакция узбекской службы радио «Свобода Узбек» выяснила, что инцидент произошел в 30-й школе Осокинского района Андижанской области. Мальчик Навью оказался учеником 7 класса. Как выяснилось, преподаватель географии застал двух дерущихся мальчиков, разнял их и ударил именно его. При просмотре видеозаписи становится ясно, что мальчик живет в малоимущей семье. Он говорит, что его единственные школьные брюки провалились во время ссоры с одноклассником. Школьник жалуется, что этот преподаватель постоянно его оскорбляет. Учитель постоянно обзывает меня, называет дворняшкой. Какое он имеет право оскорблять и бить меня? Я больше не хочу посещать уроки географии. Журналисты Озодлика выяснили, что в последнее время на этого учителя географии поступает очень много жалоб. В недавнем прошлом родители пятиклассника пожаловались руководству школы на то, что учитель географии побил их ребенка. Директор 30-й школы в разговоре с корреспондентом подтвердила инцидент с избиением ученика и заявила, что с учителем географии проводится разбирательство. В свою очередь, один из собеседников радио из Осокинского района рассказал, что руководство школы сейчас пытается замять дело с избиением ученика. Они якобы нашли автора видео и потребовали от него удалить ролик из интернета. Главный финансовый регулятор Казахстана обвинил некоторые местные банки второго уровня в подрыве политики президента. Действия кредитных учреждений якобы сказываются на реализации государственной программы по спасению проблемных заемщиков. Сегодня сотрудники одного из таких банков попытались выселить многодетную семью младшему ребенку, в которой не исполнилось и 40 дней. Шалпан Разбекова расскажет подробнее. У частного дома в одном из отдаленных районов Алматы многолюдно. Все собравшиеся здесь абсолютно чужие для хозяев люди. Это представители общественных объединений, которые представляют интересы проблемных заемщиков. Пришли защитить семью из 10 человек. Сегодня частные судоисполнители пытаются выселить их из дома из-за неуплаченного кредита. Не останавливает их и тот факт, что последний ребенок в этой семье родился лишь месяц назад. Мы взяли кредит в 2006 году, 31 миллионов тенге. Смогли выплатить только 6 миллионов до 2008 года. А потом начался кризис, проблемы в семье, а у нас в залоге дом. Мы куда сейчас с маленькими детьми? Не знаю. Супруг этой женщины, Кенжибек Уралов, в начале 2000-х занимался бизнесом. Тогда и решили взять кредит под залог дома. Надеялись разбогатеть. Но бизнес не пошел, да и в повседневной жизни, признается глава семейства, пришлось пережить немало трудностей. Через 2 года после оформления кредита на большую сумму вносить ежемесячный платеж семья уже не смогла. Когда мы брали кредит, мы могли платить. Я тогда в лизинг взял КамАЗ. Одну из основных улиц здесь строил. Но затем все же переехали в столицу, заказов не стало. Начался кризис. У нас случилось несколько еще серьезных проблем, связанных со смертью человека. Так и оказались в кабале. Поддержать семью Кураловых пришли не только общественники. Заступился за выселенцев и Национальный банк. Директор Департамента по защите прав потребителей финрегулятора Александр Терентьев упрекнул некоторые банки второго уровня в подрыве политики президента. А именно, воспрепятствование реализации госпрограммы по спасению проблемных заемщиков. Такая программа действует с 2015 года, и сейчас начнется уже третий ее этап. Необходимо лишь немного времени на оформление рефинансирования. Семья Кураловых подходит по всем критериям. Мы неоднократно банкам заявляли, что все заемщики относятся к категории социально уязвимых слоев населения, тем более имеющих там воспитывающих маленьких детей. Они находятся под особой опекой и защитой Национального банка. Мы такие факты, как говорили, допускать не можем, поэтому мы решили для себя вместе, что при выселении таких граждан со стороны банка второго уровня мы будем выезжать и высказывать нашу позицию. Прибывшие с опозданием на 1,5 часа судоисполнители сделать свою работу так и не смогли. Собравшаяся группа поддержки из неравнодушных граждан не пустила их на порог дома. Мы общественное объединение. Не пустим мы. Так что это самое единственное общество, мы народ. Здесь 10 человек народ, из них это самое 7 человек это детей. Правда, судоисполнители идти на уступки не собирались, даже после беседы с представителем Национального банка. Времени было достаточно для обращения и в суд. Была отсрочка до 30 сентября определения. У нас есть право сегодня обратиться. Никто в ваших правах не ограничивает. Вот мы сегодня обратимся, поэтому обращайтесь. Накануне Нацбанк направил официальное письмо в банк «Центр Кредит», который пытается выселить семью Кураловых с просьбой отсрочить изъятие залогового имущества. Переговоры велись и в течение сегодняшнего дня, только во второй его половине – банкиры все же уступили. Дата выселения перенесена на несколько дней. За этот период Национальный банк намерен ввести Читу Кураловых в третий этап рефинансирования проблемных займов. За 2 этапа госпрограммы помощи проблемным заемщикам рефинансировано более 25 тысяч кредитов на сумму свыше 152 миллиардов тенге. Это более 390 миллионов долларов. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан.
Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав религиозных меньшин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая. Среди компаний, на которые наложены санкции, есть технологические гиганты, производители систем видеонаблюдения, программы распознавания лиц и человеческого голоса, разработчики искусственного интеллекта. В заявлении Министерства торговли США говорится, что эти структуры были уличены в нарушениях прав человека и злоупотреблении во время кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведения электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств. Какие последствия ждут китайские компании после решения американских властей? Внесение в специальный список Министерства торговли означает запрет на импорт этими компаниями американских технологий, за исключением случаев, когда это делается по специальному разрешению властей США. Представители некоторых китайских компаний уже выразили свои протесты и заявили, что эти санкции ударят по экономике США. По сообщению международных правозащитных организаций и многочисленных свидетелей, китайские власти уже несколько лет преследуют представителей религиозных меньшинств, преимущественно исповедующих ислам, уйгуров, казахов, кыргызов и представителей других национальностей. Их ограничивают в перемещении, подвергают постоянной слежке при помощи специальных программ и камер видеонаблюдения, а также массово задерживают и отправляют в лагеря политического перевоспитания. Там людей держат неограниченный срок и подвергают воздействию коммунистической пропаганды, принудительно заставляют учить китайский язык. Ситуацию вокруг американских санкций прокомментировал пресс-секретарь главы МИД Китая Джен Шуан. Я должен отметить, что ситуация вокруг Синьцзяня – это личное внутреннее дело Китая. Ни одна страна не имеет права вмешиваться. Синьцзян не упоминался в американских отчетах о так называемых проблемах с правами человека. Эти обвинения намеренно выдвигаются США, чтобы они могли вмешиваться во внутренние дела Китая. Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, отозвать соответствующие решения и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Наша страна будет предпринимать решительные действия для надежной защиты своих интересов, суверенитета, безопасности и развития. По данным ООН, в китайских лагерях перевоспитания сейчас находится более 1,5 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств. Роскомнадзор разблокировал сайт информационного агентства «Фергана». Регулятор исключил ресурс из реестра запрещенных на территории России источников. В редакции «Ферганы» говорят, что быстро разблокировать сайт удалось благодаря проекту «Роскомсвобода», который занимается анализом деятельности Роскомнадзора. Выяснилось, что российские интернет-провайдеры получили от государственного ведомства указание заблокировать страницу «Фергана Эдженси» с публикацией о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане. В России весьма жесткие требования к информации о суициде. Редакция удалила эту статью и уведомила об этом Роскомнадзор. После этого сайт был разблокирован. Доступ к «Фергане» в России был закрыт 30 сентября. При этом точную причину блокировки сайта владельцам информагентства в Роскомнадзоре так и не сообщили. Мы так и не получили от Роскомнадзора прямого указания на то, что именно мы нарушили. Мы отправили запрос в Роскомнадзор, но там ответили, что ответ пришлют по почте в течение 30 дней. Однако юрист международной организации «Группа Агора» Дамир Гайнутдинов помог нам. Мы подтвердили, что речь идет именно о публикации о бишкекском самоубийстве. Удалили этот текст и уведомили об этом Роскомнадзор. Но нам до сих пор непонятно, почему Роскомнадзор не указал нам прямо на эту публикацию, а сразу приказал заблокировать «Фергана Эдженси». Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане судят милиционеров за применение пыток во время допросов. Десятки эпизодов и свидетельств представлены суду. Адвокаты подозреваемых полагают, что доказать ничего не удастся. В ту ночь, когда нас задержали, меня пытали электрическим током и били. Я сказала, что ничего не знаю. Старший сказал сотрудникам, чтобы они мною воспользовались. Мы продолжаем нашу программу. Узбекистанский боец смешанного стиля ММА Бекзот Нурматов умер после поединка в Грозном. 4 октября он провел трехраундовый бой с россиянином Бесланом Исаевым и проиграл раздельным решением судей. Организаторы сообщили, что Нурматов в конце боя пропустил сильный удар в голову и получил рассечение брови. После боя у узбекистанского бойца произошел инсульт. Его увезли в больницу. Он впал в кому и умер накануне. Родственники Нурматова сообщили, что на родину его должны доставить сегодня, 8 октября. Сегодня же должны состояться и похороны. Бекзоду Нурматову было 37 лет. За свою карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и дважды проиграл. В апреле он завоевал чемпионский пояс серии Гран-при 4-го этно-турнира Батыр-Баши со смешанным единоборством в столице Кыргызстана Бишкек.
Бишкеке. Министерство обороны Узбекистана называло Нурматова гордостью армии страны. Участвовать в смешанных единоборствах он начал в 2016 году, был чемпионом мира по рукопашному бою, многократным победителем Кубка мира и трехкратным чемпионом Азии. В последние годы Нурматов тренировался в одном из спортивных клубов ММА в Санкт-Петербурге. В Таджикистане проходит очередной процесс, в ходе которого судят 4 сотрудников правоохранительных органов по 17 эпизодам применения пыток. Их также обвиняют во взяточничестве и превышении служебных полномочий. На скамье подсудимых Фархот Нурхонов, Авас Сабзаев, Икрамедин Ахлидин и Умет Вахобов. Теперь уже бывшие сотрудники УМВД по Душанбе. Представителям прессы в зале суда вести видеозапись не разрешили. До слушания с жертвами милиционеров поговорил наш корреспондент в Душанбе Анушерван Рев. Заявление Майрам Содиковой против сотрудников столичного управления МВД о пытках в прокуратуре отреагировали только после того, как обвиняемых милиционеров задержали по другому делу. Правда, тоже за пытки. 2 года назад Майрам с двумя маленькими детьми на руках привели в отделение, где на женщину издевались и пытали током. Таким образом, милиционеры хотели выяснить, где скрывается ее муж. Его обвиняли в краже $500,000. Женщина с детьми тогда провели в отделении 3 дня. Ту ночь, когда нас задержали, меня пытали электрическим током и били. Я сказала, что ничего не знаю. Старший сказал сотрудникам, чтобы они мною воспользовались. Не поняла тогда, что это значит. Прижали к стенке, меня и запугивали, но я все равно говорила, что ничего не знаю. Электричеством пытали всю семью. Майрам, двух братьев мужа и невестку. Свекровь Майрам Мехринисо Содикова не может сдержать слез, когда говорит о тех событиях. По словам женщины, милиционеры вместо поисков ее старшего сына Рустама издевались над его близкими. Больше всего их интересовало, где он спрятал деньги. Впоследствии мужчину поймали и приговорили к 12 годам лишения свободы. Деньги тоже нашлись. В ту ночь, когда задержали еще и моего второго сына Джонни Бека и пытали невесток моих, сын младший спросил, почему нас мучают? Если вы ищете вора, займитесь этим. В чем мы виноваты? В чем виноваты женщины? Всего против 4 сотрудников МВД выступают 17 человек, которых они задерживали и допрашивали в разные годы. Обвинения у всех одинаковые – побои, вымогательства и пытки, которые все жертвы описывают очень похоже. Адвокаты милиционеров утверждают, что все обвинения безосновательны, доказательств их вины практически нет. Например, результаты медицинской экспертизы той же Майрам Содиковой можно легко оспорить. Те побои, которые были у женщины, следствие не избиения, а ее болезни. После инцидента ей предложили пройти экспертизу в другом месте, но она отказалась. Доказательства факта пыток не было. Пытки – привычное явление в следственных органах Таджикистана, говорят эксперты. В прошлом году к правозащитникам обратились 44 человека с жалобами на применение насилия со стороны милиционеров. Но тех, кто молчит и боится куда-то обращаться, намного больше. Таджикистанцы не верят в правосудие, ведь правоохранительные органы и судебная система тесно связаны, считают юристы. Пока для обвинительного приговора будет достаточно только признания своей вины подозреваемым, с насилием в органах бороться бесполезно, говорят правозащитники. Да, на самом деле вот такие случаи, они очень многочисленные. И доказать относительно того, что применялись пытки в отношении того или иного лица со стороны сотрудников милиции или там тех лиц, которые производили следствие или дознание, в итоге получается очень тяжело. Сколько будет продолжаться суд по делу 4 милиционеров, пока неизвестно. Проверять все дела, которые вели обвиняемые за эти годы, следователи не будут. Хотя надо бы, говорят юристы. Возможно, вскроются новые правонарушения. Но в МВД этого, вероятно, не допустят. Честь мундира дороже. Анушерван Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В афганском городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Один из них – ребенок. Несколько десятков человек получили ранения. Заложенное в моторикше взрывное устройство сработало, когда рядом проезжал автобус. В нем ехали новобранцы афганской армии. Пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогьяни рассказал, что раненых доставили в местную больницу. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ни одна из группировок пока не заявила об ответственности за это нападение. По официальной информации, в этой провинции действуют боевики экстремистской группировки «Исламское государство» и движение «Талибан». Я находился неподалеку, когда взорвалась бомба. Сразу после этого я увидел, как множество взрослых и детей получили ранения.
По данным миссии ООН по содействию Афганистану, за первые 6 месяцев текущего года в Афганистане были убиты 1366 мирных жителей и 2446 человек получили ранения. В минувшем месяце международная организация, защищающая права детей, заявила, что каждый ребенок, родившийся и выросший в Афганистане за последние 18 лет, пережил и пострадал от войны и конфликтов. США не бросили курдов и продолжат их поддержку деньгами и оружием. Об этом заявил Дональд Трамп в своем твиттере. Он также отметил, что курды – особые люди и прекрасные бойцы. Трамп указал, что отношения его страны с Турцией всегда развивались по отличному сценарию. Американский лидер, однако, напомнил, что в курдском регионе Сирии остаются всего 50 солдат Пентагона, которые планируется вывести на родину уже в ближайшее время. И если вывод американского подразделения спровоцирует агрессию Турции против сирийского Курдистана, то это повлечет за собой экономические проблемы в самой Турции. К примеру, обвал национальной валюты пригрозил Трамп. О происходящем на Ближнем Востоке Ольга Жирносек. Американские войска покидают город Тель-Абьяд на сирийско-турецкой границе. Это видео распространило курдское информационное агентство «Хабар». Тель-Абьяд – один из двух городов, где расположены американские военные. Во втором – Рас-Аль-Айне – сегодня проходили протесты против решения Трампа вывести войска. О выводе солдат американский президент сообщил накануне. Заявление прозвучало на фоне подготовки Турции к военной операции на севере Сирии с целью очистить территории от курдских ополченцев. Анкара считает их частью запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. В свою очередь для США курдские отряды народной самообороны являются союзником. Они сыграли важную роль в разгроме ИГИЛа на северо-востоке Сирии. Любая дальнейшая агрессия Турции против этого региона дестабилизирует Северную и Восточную Сирию и даст возможность ИГИЛу возродиться и реорганизоваться. Они даже могут напасть на лагеря и центры содержания под стражей. В лагерях на севере Сирии под охраной курдов находятся тысячи боевиков так называемого «Исламского государства». Многие из них иностранцы, но большинство стран не готово принимать их обратно. Дональд Трамп заявил, что ответственность за них теперь будет нести Турция. Также он пообещал уничтожить экономику Турции, если Анкара зайдет в Сирии слишком далеко. Я уже решительно заявлял об этом ранее и лишь повторю, что если Турция сделает что-то, что я со своей великой мудростью, которой нет равных, посчитаю недопустимым, то я полностью уничтожу и сведу на нет экономику Турции. Я уже делал это раньше. Решение Трампа вывести войска также осудил еще один союзник США – демократические силы Сирии. Они находятся в оппозиции Башару Асаду. Угрозы со стороны Турции, направленные против этой территории, не являются чем-то новым. Они делают это постоянно на протяжении нескольких лет. Мы, демократические силы Сирии, принимаем это во внимание и полностью готовы жестко реагировать на любое предстоящее нападение на сирийскую землю. Сирийские курды уже заявили, что в случае выведения американских войск они начнут диалог с официальным Дамаском и представителями России. По мнению экспертов, решение Трампа может существенно изменить расклад сил в сирийском конфликте. Это, несомненно, окажет влияние на гражданскую войну в Сирии, которая, очевидно, приведет к победе Асада при поддержке России и Ирана. Ранее между США и Россией существовало соглашение о деэскалации конфликта. В соответствии с ним территория на запад от Евфрата была зоной ответственности России, к востоку Соединенных Штатов, чтобы две страны не столкнулись между собой. Неожиданное решение вывести войска может вызвать и новый политический кризис в самих Соединенных Штатах. Этот шаг Трампа осудили как демократы, так и представители республиканской партии. Ольга Жирносек, «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. До встречи. Война глушилок. Я больше смотрю российское. Я все знаю за Россию. Как Путин вербует украинцев через зомбоящик. Репетиция аннексии в 90-х. Лозунг «Россия», все решил. Как президент Мешков отдавал Крым России. Все было готово для того, чтобы провести референдум. Смотрите «Крым Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». Там живут у меня
Бомжи, не бойся, не кусаем. Здравствуйте. Был бы у меня, Васильевич, миллион. Ты понимаешь, ты же реально мог учить срок. Батю родного груха. Дай Боже здоровья, господа, дай Боже здоровья.